Ну что ж, друзья, всем привет! Сегодня у нас снова игрушка на обзоре, Mask of Mist, называется она. Я не знаю, это, наверное, какой-то экшен, что-то связанное с магами, судя по всему. Ну, сегодня будем разбираться, игрушка очень, судя по всему, ламповая, кстати. Так что, надеюсь, она вам зайдет. Если это так, то, естественно, пишите в комментариях, продолжать ее снимать или нет. Естественно, не забывайте про лайки и подписки. Ну, а мы начинаем. Эта история началась с очередного предложения о работе. Как к вам обратились с просьбой отыскать пропавшего человека? Ничего необычного, за исключением того, что данным человеком был архимаг Академии. И, как известно, бесследные исчезновения крайне несвойственны архимагам. Свои исследования архимаг Кроул проводил на зараженной территории области ожесточенных сражений времен последней войны с Империей. Количество магии, обрушившейся на эту землю, было столь велико, что ослабило барьер, защищающий нас от бездны, и множество ее обитателей заполнило эту местность. В случае успеха вам была обещана плата в тройном размере, а коллеги архимаги любезно предложили телепортировать вас непосредственно к месту назначения. Поколебавшись несколько мгновений, вы заходите в портал. Ну, прикольно. О, масочка какая. Красиво. Я сначала думал, что нам тут придется какую-то свою таверну развивать и ходить монстров бить. Ну, походу, я немножко ошибся. Угу. Привет. Здрасте. Че это? О, маска какая-то. Ну, графон мне уже на самом деле нравится. Вы знаете, что случилось с архимагом? Легко сказать. Взаимодействовать. Красная статуэтка. Тут, судя по всему, можно лутаться и бегать, да? Прыгать можно, да. Прыгать можно, замечательно. Какие-то маски везде. А, мне нужно, я так полагаю, найти все эти... Да. Все, понял. Надо найти все эти статуэтки и поставить их. Надо еще две где-то взять. Вот я так полагаю, тут... Нет. А куда это? Так, ну ладно, а кубик нам зачем? По приколу чисто. Ну, с собой возьмем, почему нет? Почему бы и нет? Давайте возьмем с собой. Так, еще одну положим. В принципе. Так, ну, прыгать я уже умею, да? Спасибо за информацию. Тут ничего нету. Все хорошо. Так, ну все, мы все масочки нашли, можно дальше идти. Так, тут какие-то кустики, заросли. Там что-то можно активировать. О! Я кубиком мог сломать эту штуку. Я не думал, что смогу, я просто проверил. Голубой цветок. Нашив, кстати, ускорение очень быстрое такое. Есть еще за деревом, по приколу. Ничего не спрятали. Жалко, жалко. Так, ну, собираем какие-то цветы, грибы ебаные. А, извиняюсь, я как бы видео без мата, да, так что, да, угу. Так, ну, тут вроде ничего нету, да, интересно. Они тут ничего не прячут для меня, вкусненького, к сожалению. Ага. Здрасте. Не, так уже не сработает. Опять маски чьи-то. Так, колодец. Глубоко там, наверное. Рычаг сломан, требует замены. Надо найти рычаг, да, чтобы дальше... Уебать, ты кто нахуй? Зитин, кто ходит? Сказал, что видео без мата, и опять матерюсь. Ну, в принципе, ладно, уже плевать как-то. Ой, я куда-то зашел. Я не думал, что там можно так зайти. Здрасте, тут какие-то копья. О, еда. Морковочка. Старая печь для приготовления пищи. Требуется хворост, чтобы разжечь. Не, в подвал я не хочу, подождите. Давайте посмотрим, что здесь есть. О, второй этаж есть. Хорошо. Здрасте. О! О, хоть что-то можно чем-то побить. О, теперь можно, наверное, эти доски, да, сломать? Да. Хорошо. А, смысл? О, там сундук. А я могу? А, или можно эти тоже сломать? Тогда ладно. Каменная маска. Я так полагаю, мне опять нужно собирать маски, да, какие-то.
Так, еще сундук. Рубин и зелье лечения. Взаимодействие. Похоже, этот заброшенный форт послужил мне отличным пристанищем на ближайшее время. Более того, мне даже удалось открыть проход к моему рабочему кабинету. Главное не забыть правильную последовательность рун, иначе придется все начинать сначала. Так, вот это, да, так полагаю? Правильная последовательность. Так. Требуется ключ от террасы форта. Понял. Так. Так, здесь что у нас? Ага, а вот как раз таки правильная последовательность игрунда, да? Нужно здесь применить эту ерунду. Ничего нету. Давайте посмотрим, а как можно посмотреть. У нас есть какая-то записка? Вон, на G, да? А, сначала вот это. Потом... Я, Б, Q. Я, Б, Q. Ну, в принципе, изи, да? Прикольно, на самом деле игра очень красиво выглядит. О, еще кубик. Нифига он тут так-то жил. Неплохо. Свиток. Для изготовления данного зелья вам потребуется голубой цветок и ведьмин гриб. А, зелье против ржавчины. Угу. Везде маски эти. Непонятные. Так, тут, так полагаю, алхимический стол. Да, можно зелье против ржавчины сделать. Так. А, записка, потерянный ключ. Нигде не могу найти ключ от террасы форта. Вот, это тот, который сверху нужен. Наверняка опять выронил его, когда работал над моей последней картиной. Никогда бы не подумал, что от такого безобидного хобби может быть столько неудобств. Ага. То есть, где-то рядом с картиной какой-то. Эта картина выглядит незаконченной. А, вот где-то в этом месте он, наверное, рисовал и потерял ключ. Ну, это предположение мое. Может, это не так, конечно. И капец, тут масок этих. О, кубик еще. Тут ничего больше взять нельзя, судя по всему. Надо запомнить это местечко. И где-то там он, походу, и обронил этот ключ от террасы. Ой, тут. А, это кубики. Все. Тогда, получается, мы все тут взяли, да? Больше тут ничего интересного для меня нету. Давайте возьмем кубик, просто потому что почему нет. Че, пойдем в подвал, сходим? Там было что-то закрытое, так что можно как вариантик сходить в подвал. А, на кубик оставлю. Пойдем в подвал, да? Ну, давайте сходим, чё ж. Этого люка давно заржавели. Нам нужно создать зелье от ржавчины, да? Понял. Как оно там делается? Что мне нужно найти? Гриб, да, какой-то надо найти, и все. Хорошо. Тогда пойдемте на улицу, в принципе, тут мы вроде закончили. Справа было все закрыто, значит, пойдемте влево. Там еще много чего где было интересного. Там город целый, если я не ошибаюсь. А, ну, как город. А вон, кстати, на террасе там как раз-таки что-то туда есть. Там какой-то сундук. Лесные ягодки. Это нам не особо нужно пока что. Так, сюда смысла нету дойти. А вот тут, кстати, все работает. В этот дом тоже, да, можно зайти? Ну, сейчас тогда зайдем. Тут ничего нету. Все хорошо. Давайте тогда последний домик залутаем. А, ключ от склада требуется. Ну, тогда ладно, тогда пойдемте уже точно сюда. А вот, кстати, это вроде место, если я не ошибаюсь. Почему-то оно очень мне напомнило. Только, ой, там вот эти, смотрите. Тут мост сломанный, так что... Да. Туда не пройти. Нас пока держат подальше от этих всех злых слизней. Записки «Разрыв». Кажется, именно через этот разрыв, после окончания битвы, скрылся ее последний владелец. Как оказалось, беглый... Как показал беглый осмотр, чтобы безопасно его распечатать, потребуется найти и активировать 6 навигационных кристаллов. Обычно такие кристаллы устанавливаются под землей, неподалеку от места разрыва. Так что, думаю, я без труда смогу их отыскать. Но это как раз таки надо, наверное, в подземелье-то идти, где ржавчина и все про это. Да, ага. Так, мы можем хворост собирать. А, ну да, там можно, чтобы камин разжечь. Можно было... О, тут щит какой-то. Капец, красиво на самом деле. Грибочки. Так, тут земля какая-то.
Взаимодействовать. Кусочек отличной плодородной земли. Можно что-нибудь выращивать? Ну, слушайте, это место мне напоминает то, что нам нужно было. Из картины. Мы можем здесь на картину посмотреть? Я так полагаю, нет, да? Печально. Ну, ключ я бы нашел уже, наверное, слушайте. Что такое подозрение? Это телепорт. Что это? Что за звуки? Что светится? Кристалл этот, что ли? Да, походу он. Не, ну, по картине было похоже, что именно это... Он и это рисовал, ну, в плане, что... Да, ага. Это вот тут стоял, наверное, и рисовал. Вот как-то вот так вот. Ну, не знаю. Вниз упадем. Посмотрим, что там. Как вариантик, давайте. Есть, тут есть выход, если что. А, да, тут вон подъем. А тут ничего интересного. Так, теперь у меня вопросики. Что нам делать? Собственно говоря. Где-то здесь должен быть ключ по логике всей. Но его нету. Давайте, наверное, сходим обратно в город. И попытаемся что-то найти там. Ну, смотрите. На самом деле тут искать-то и нечего, по сути. Мы уже все посмотрели. Рычаг я навряд ли нашел. Да. Ага. Я как вариант, давайте зайдем в дом и еще раз посмотрю на картину, потому что я... Ну, это место серьезно очень сильно напоминает то, которое нарисовал. Поэтому надо посмотреть еще разок. Нет, это не оно. Тут все заросшее. Видите, типа. Тут все заросло. А там? Не, ну слушайте, по арке напоминает на самом деле. Ну, по фото, так тут вон зелень. Ну, и тут еще столбы какие-то еще есть. Не, это вроде не то, что нам надо на самом деле-то. Грибочек Кирьен, да, навряд ли нашел гриб. Давайте пройдемся еще куда-нибудь посмотрим. Хотя он же не только эту картину рисовал, правильно? Как вариант. Хотя только это у него не закончено, судя по всему. Это хотел выглядеть незаконченной, да. Ну. Да. Надо найти это место. Такой вопрос, где? Если у нас все закрыто, да? Хороший такой вопросик на самом деле. Ну, да ладно. Сейчас будем разбираться. Хвороста нету, тут все закрыто. Давайте еще на второй этаж тогда уж на всякий схожу, чтобы потом точно не задаваться вопросами, мало ли тут что-то есть еще. А я не заметил. Мне здесь точно ничего нету больше. Да. Все, пойдемте вниз. Так, сейчас еще раз туда сходим. Я запомнил, как выглядит в этот раз точно уже. Так что сейчас глянем. Я пока с кубиком похожу. Почему бы и нет? Так. Здрасте. Ну да, это не то место определенно. Давайте как-то вот так смотреть. Не, это не то, это не то. Это не то, что нам надо. Вот туда бы попасть как-нибудь. Вопрос как? Кусочек отлично плодородной земли. Ну, согласен. Давайте как-нибудь попробуем попрыгать, не? Не, он не хочет здесь прыгать. Надо тогда с этим кусочком земли что-то делать, судя по всему. Ну, потому что там есть проход. Кусочек плодородной земли. Угу. Угусь. Угусь, угусь. Так, здесь у нас ничего нету, да? Так, тут тоже нету. Тут надо кристаллы, судя по всему, вставить, которые там говорились. Да, это все не то. Абсолютно. Хорошо. А туда я никак попасть не смогу. В принципе, да. В принципе, туда я вообще никак не попаду.
Не, он не хочет быстро перемещаться, он только на земле это делает. Нуды. Нуды, нуды. Так, тут я точно ничего не проворонил? Вроде-то нет, слушайте. Если только вот здесь можно как-то забраться. А, ну здесь невидимые текстуры, так что... Да, не судьба мне здесь забраться. Тогда я не знаю, что делать. Давайте посмотрим еще раз на записки. 6 энергоценных кристаллов, разрыв. Ага, ключ от террасы. Над моей последней картиной, когда я работал. Так, ну да. Так, мы не знаем просто. А можно здесь, типа, взять этот? Нельзя, да? Как вариант, я бы здесь взял этот рычаг просто. Но его взять нельзя. Там, кстати, не один сундук, их там два. Ну, блин, ну как туда попасть-то? А если, может, сюда эту кинуть, то он сломается? Ну, блин, с лианами так получилось. Ладно, давайте, у нас вариантов не особо много, есть только идти назад уже самый. Да, требуется замена. Пойдемте в самый-самый сзади. Куда-нибудь сюда ешь. Так, здесь ничего у нас не было. Здесь я все собрал, да, что мог. Так, вроде вот этот гриб-то нужен был. Древесный, нет, походу нет. Каменная маска, странная маска с птичьим клювом. Самая обычная морковка. Нет, это все не то. Давайте еще дальше пройдем. Но это самое начало, сомневаюсь, что тут что-то вообще есть, что нам надо. Максимально сомневаюсь. Так, так, так. Да, здесь просто телепорт и все. Значит, надо что-то делать спереди. Вопрос, что? Хороший вопрос. Ладно, хорошо. Надо немножко мне подумать, видимо. Я или туплю, как всегда. Ну, или я не знаю даже, что я делаю не так. Так, надо подумать. Надо немножко подумать. Не буду вас, наверное, утомлять. Если сейчас что-нибудь найду, то я к вам обязательно вернусь. Ну, я так или иначе к вам вернусь, так что да. Друзья, что я только не пытался делать, я даже таскал эти кубики туда на алтарь, и у меня это не вышло. Все оказалось куда легче. Смотрите, берем кубик и смотрим на... Вот он, этот ключ, который нам нужен. Он, оказывается, это время тут на потолку висел, блин. Я не заметил. Я же на потолок особо не смотрел, когда мы всю эту фигню делали, правильно? Теперь мы сможем, наконец-то, пройти наверху, куда нам надо. Может, там рычаг будет или еще что-нибудь? Сейчас узнаем. Это не тот ключ. Подождите, я не прочитал, что это ключ от склада. А, это ключ от склада. Я думал, это ключ от этой верхней сторожки. Или как она там называется. Ну, в общем-то, побегала тут. Ну, я не так долго бегал, минут 10, наверное, все-таки. Хотя это долго, на самом деле. На одном таком месте глупо, на самом деле. Так-то. Ну все, наконец-то, пойдемте дальше. Так, что у нас тут? Ну, естественно, ящички, сундук. Два рубина, кстати. Я не знаю, зачем они, но они нужны. О, рычаг. Сковородка. Ну, в принципе, тоже понадобится. Так, сразу смотрю, больше тут ничегошеньки нету. Ну, в принципе, все. Пойдем, наверное, первый раз уже драться с этими монстрами. С картиной, получается, не сейчас надо будет все это сделать. Просто про этот ключ не было никакой информации, он просто там висел. Как бы все. Заменить рычаг. Замечательно. А вот и первый моб. Кого ты кусаешь? Пацан растаял. Прикольно. Ой, они кажется, ждет этого. И вы понятия не имеете, что это такое, но лучше к этому не прикоснуться. Сильное жжение пробегает по вашим пальцам, и вы в спешке отдергиваете руку. А, понятно. Ой, ебать ты большой, смотрите, какой он большой. Все время со мной, даже когда он сидит... Привет. Даже когда он сидит, он просто мне по голову. Неплохо. Велиханы тут жили какие-то, видимо.
Так, хворост собираем. Это что такое? Максимальное здоровье увеличено. О, прикольно. Ну, чтобы мне ХП пополнили. Ну, тоже неплохо. Ой, тут тир 2 слизняка, смотрите-ка. Но он все равно кусает, тут даже не увернуться. А, не увернулся как-то. Как-то да я и увернулся. Так, что тут написано-то? Нельзя прочитать? Ну, ну, в принципе, все понятно. Пойдемте сюда. А, так это... Нет, это другое. Я думал, что это выход, который был с другой стороны, но я ошибся. О, кстати, там сундук. Старое дерево, кажется, срубить его не составит большого труда. А, осталось только срубить его, да? Так. Еще одна каменная маска. У нас уже две таких. Я не знаю, куда они нам нужны. Ну, рано или поздно не пригодятся, определенно. Так, хворост собираем. Потихонечку. Ха, ты кто? Подойдем к нему, не? Ну, давайте. Хай. На мгновение вам показалось, что внутри дубла кто-то есть. Осмотри дерево. Вы никого не находите. Непонов. В смысле, а вот если я отойду? А, сука. Ха. Ладно. Там, кстати, сундук наверху. Надо туда сходить. Как-то этого черта тоже надо, наверное, выманить, попытаться. Ты кто? Он плюется. Ну, с этим полегче было. Так, здесь вход. Ну, давайте пока не будем куда входить. Надо посмотреть, что здесь вокруг есть. Так, это кристалл, да, светится? Да. Тут опять чьи-то кости. Какая добрая игра вообще, пиздец. Еще кости. Так, вот сундучок. Зелье лечения. И, кстати, давайте заюзаем его. Потому что я думаю, мы так просто похиляться не сможем здесь. И сюда пока входить не будем. Давайте обойдем вот здесь вот, посмотрим, что есть. О, это вроде тот гриб, который мне нужен был. Ведьмин. Надеюсь, что это тот, который мне нужен. Вот там еще цветочек сверху. Что, в пещерку давайте тогда сходим? Похоже, в глубине норы прячется кролик. Попытаться вытащить кролика. Но он кусает вас в ответ. Блять. Опять начал придумывать, видимо, с этим всем. Тут головоломок. У-у-у. Попой жуй эти головоломки, в общем-то. Ну, да ладно. Так, тогда пойдемте, наверное, уже сюда, если нас пустят. Пустили. Я думал, не пустят. Ну, просто тогда было бы идти некуда, на самом деле, если бы не пустили. Здрасте. А что это тут происходит? Что тут надо сделать? Зажечь? Ну, это я могу. Без проблем. Приветик. Ой, привет, друг. Он сегодня каким-то образом меня один раз укусил. Так, тут тоже надо, наверное, зажечь. Эти склепы, надеюсь, не откроются. Просто я в Skyrim играл, да? Как бы опыт есть. С этими склепами. Так, еще одну давайте зажгем. Просто не знаю, хороший ли это план зажигать их сейчас. Кстати, тут есть куда-то еще поход. Мы же оттуда пришли, да? Значит, сюда давайте. Да. Ой, зелье лечения. Нормально. Хилки будут не лишними, конечно. Так, здрасте. О, там еще одну зажечь можно. Давайте сначала сюда пойдем. Так, здесь тупик. Ну, и вот там, судя по всему, уже последнюю, которую надо нам зажечь. Да. Что-то определенно должно было случиться. Наверное. Надеюсь. Походу нет. А, да, здесь поход открылся. Да, я и не заметил. Все, прошли. Так, дальше пошли. Что тут у нас? Так, там какой-то проход, но сначала давайте сюда. Игра сохранена. А, это там.
Тут нужно типа в правильной последовательности, да, все сделать. Так, тут луна, тут луна. Так. Давайте эту. И эту. С этим мы так оставим. И вот эти две зажгем. Типа горит. Вот эти две, да? А давайте все зажгем вообще. Может, что-то лучше будет? Нет. Давайте тогда оставим только солнце. Как вариант. Сработало. Не, легкие на самом деле загадочки. Давай. Ужух. Ужух. Ага, так и знал, что здесь что-то водит. Привет, эть. Успел. Опять что-то. Как я теперь должен определять? Ты без тут проходов. Да? Плевун. Скажи, тут проходов много. Да, скажи. Так, здесь дверка есть. Она просто открывает. А может, там тоже дверь просто открывалась? Может, нам вернуться тогда? Может, я там проворонил что-нибудь? Этот рисунок напоминает план какой-то комнаты. Ага. Значит, надо зажечь две эти, одну эту. Понял. Ну, для начала давайте все-таки вернемся назад. Мне все-таки кажется, что я зря там мимо прошел. Определенно зря. Тихо. Все хорошо. Но это мы быстро сделаем. Тут вроде не так далеко ушли-то на самом деле. Вот, да. Да, здесь правда тупик. Я думаю, что здесь дальше проход. Не подумал, что здесь тупик может быть. Ну, рубины нормально пойдет. Рубины пойдет. Я не знаю, зачем они нам, ну, наверняка нужны, да? Так, я запомнил, как там надо, в какой последовательности сделать. О, в тайминге, спасибо. Так, это вот тут, да? Вот эту. И две вот эти. Боковые надо. Да. Ну, как бы я могу. Ебать тут. Вот игра добрая, да, такая миленькая. Музычка красивая. Тут вон кости, скелеты, блядь, пиздец. А, активировать. Навигационный кристалл активирован. Вернуться ко входу в подземелье. Да, давайте. Это получается все задание, которое нам нужно. Да? Ну ладно. Так. Ну, в принципе, я знаю, что нам сейчас делать. Мы там нашли грибочек, с помощью которого мы сможем сделать нержавеющее зелье, да? Ну, а я буду заканчивать этот ролик. И, естественно, я буду пожать эту игрушку. Она мне очень зашла. Такая миленькая, вся такая крутая. Я ее обязательно пройду. Я думаю, даже сегодня выпущу по ней целых две серии вместо одной. Так что пишите в комментах, как вам она, естественно. Если вам зайдет, то я уже 100% буду продолжать ее проходить. Пока что запишу две серии, но все зависит от вас. Так что спасибо, что смотрели этот ролик. С вами был, как всегда, ваш Злева. Всем пока.